нас уже как символ независимости. И мы хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Это ровно 30% того, что осталось. Уже корки поснимали. Угольное лицо, угольное плечо, угольная рука. И вот здесь все на грани. Абсолютно все. Сегодня первый день, по сути, когда мы можем без аппарата ее ввести на компьютерный томограф. И дальнейшие динамические наблюдения проводить вот здесь, не только в этом реанимации. Он прибыл к нам 13 августа. Получил ранение в песках, мы тоже выяснили у него, когда сняли уже с аппарата искусственной вентиляции легких. Машина двигалась по одному и тому же маршруту. Противотанковая мина разнесла машину в щепки. Его друг погиб, он остался жив, был доставлен в больницу Мещика в тяжелом состоянии. В коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас, слава Богу, все пошло хорошо. Он говорит, дышит самостоятельно. Все показатели мы выровняли. Ждем дальнейшего выздоровления. Александр прошел все оперативные вмешательства. Вы увидели, что часть зрения сохранили. И оторвано ухо, обгоревшее тело. Все это надо лечить. Но мы пообещали, что к дню независимости он обязательно должен вернуться домой к близким и родным. Мы все делаем для этого. Будем служить дальше. Все, брат. Все. Пока домой. Самый близкий план домой.